так на данном этапе дрессировки учим собаку просто идти с апортировочным предметом, двигаться. При этом можно помогать держать на начальном этапе, вернее, не можно, а нужно это делать. Вот, чтобы собака не жевала, не игралась с апортировочным предметом. Ко мне. Хорошо. Держи. Хорошо, сюда. Оп. Молодец. Сюда. Оп. Молодец. Сюда. Молодец, хорошо. Молодец. Отлично. Отлично. Хорошо, дай. Отлично, молодец. Да, гляди. Да. Я поощряю мячом, кто-то поощряет лакомством. Ко мне, ко мне. Быстрей. 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 Дай. Хорошо, молодец. Да. Хорошо, молодец. Да. О, вот так. Вот так. Вот так. Вот это пёс. Вот это пёс. Опять же, поощрение должно быть поощрением. То, что для собаки предпочтительней в данный момент, на что она больше мотивирована, вот, то и должно быть поощрение. Ну, или как вы создали, сделали мотивацию какую. Дай. Хорошо. Да, сидеть. Отлично. Супер, отлично. Держи. Отлично. Быстрей. Оп. Молодец. Держи. Держи. Ну и на всех этапах заставляем держать собаку. Плотно не перехватывать. Сюда. Отлично. Молодец. Хорошо. Отлично. Сюда. Оп. Периодически можно пробовать без рук. Сюда. Оп. Хорошо. Молодец. Дай. Отлично. Блин. Блин, наверное, не видно было. Еще сейчас повторим. Сюда, быстрей. Ко мне. Быстрей, 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 быстрей. Ты воронку слушать. Потом будешь бесконечно будешь слушать. Дай. Хорошо, молодец. Да, да, молодец. Да. Да, держи. Вот это пес. Да. Да. Вот так отлично. Сюда. Вот так отлично. Сюда. Молодец. Сюда. Хорошо. Дай. Отлично. Блин. Пока все.